Всем доброе утро. Сегодня волей судьбы я оказался на улице Родниковой. Честно говоря, особо и не планировал. Но так получилось, что вот оказался здесь. Поэтому, пока есть свободная минутка, прогуляюсь. Покажу вам, что тут да как. Я не такой частый гость на этой улице. Но вот сегодня довелось. Вышло солнышко, ночью был дождик. Как видите, текут ручьи. Грачей не видно. Но мы пойдем, как всегда, традиционно, в сторону улицы Павлова. Бистро Ковчег, кафе-бар. Раньше так было ничего, ресторанчик. 26 видов шашлыков, если не ошибаюсь, была надпись здесь. Но, видимо, не выдержал конкуренция, да и, может быть, немногие про него знали, так как находится в маленьком таком вот аппендиксе. Я, кажется, показывал барана только в прошлом видео, когда здесь ходил. Вот еще раз покажу. Наблюдается балкончик такой симпатичный с всякими там растенницами. Ну, тут у нас мировые судьи заседают, служба судебных приставов. Ну, такие организации, которые хочешь не хочешь придешь, хоть бы где они ни находились, если тебя вызвали. Вот фитнес-клуб. Раньше здесь был, кстати, мини-маркет. Я все время про него рассказывал, но, видимо, не поперло. Теперь красное-белое. Красное-белое, но везде попрет, как говорится. Продается вот на первом этаже какой-то тоже помещенница. Вероятнее всего коммерческого направления, но сами понимаете, проходимость здесь не столь велика, поэтому, наверное, они и продаются. Красивые, замечательные домики наблюдаю. Вон там он. Кстати, там улица Партизанская наверху. Дом с котом. Как я привык его называть. Там находится. Как-то вечерком в одном из эфиров мы прогуливались, и я так к нему подходил, и мы смотрели на Лазаревскую в вечернее время. Очень даже красиво было. Улочка здесь не очень широкая, скажу я вам. Не лучший вариант идти по дороге, но отсюда вот попытаюсь. Вон, да, вот это вот тут, вот он как раз в створе. Крыши его видны, вот этого дома с котом. Там, да, там неплохие домики, кстати, интересные. Многие к ним... А, подход там, понял, там спускаться чуть-чуть надо. Чирикают птички. Слышите? Наверняка светит солнышко. Хотя с утреца было не очень так тепло, там порядка 8 градусов. Где-то там вот. Может быть, даже вот он, мы его сейчас видим. Таша нам потом подкорректирует. Насколько я помню, она там где-то останавливалась. Ну ладно, сейчас у нас Родниковая. Вот честное слово, не пошел бы, наверное, сюда бы в кратчайшие сроки, вот если бы не завела судьба. Сзади собаки какие-то там бегают. Серьезные. Кошки мяукали, у них там свадьба, судя по всему, происходила. Март, как-никак, март. Все вам партизанскую, да партизанскую показываю. А ведь на Родниковой тоже много хороших интересных домиков. Вот сейчас мы приближаемся к замку, про который я тоже неоднократно рассказывал. Показывал, даже бывал я в нем один раз, там меня приглашали по делам. Симпатичный домик со вкусом, со стилем. Не, все-таки солнышко, когда пригревает, вообще кажется весна, что пришла. Но сблизи его тоже не показать, видите, тоже неудобно. Труба газовая, вот видите, факелы. Я тоже мечтаю о таких факелах, если честно. Не о таких именно, но что-то такое присматривал. Хотел на Владимир тоже пристроить такой. Но ребята вот уже... Хотя ничего тут такого особенного нету, но прикольно сделали, молодцы. Я не допетрил. Я все искал себе на заказ. Тут вот территория благоустраивается, видите, заборчик чуть-чуть новенький появился, что-то там сделали, ребят.
Ну, интереснее, покрасивее, во всяком случае. Я помню, здесь Владислав ходил просто в этот садик. Я здесь бывал достаточно часто в свое время. И вот сейчас вот что-то изменилось, явно в лучшую сторону. Родниковая 2Г. Тут, кстати, вот в этой части после садика начинаются самые интересные и красивые домики вот такие вот. Я бы так сказал, туристической направленности. Мы сейчас чуть-чуть дальше пройдем, я развернусь. Так как сейчас идем против лучей солнца, я понимаю, что камера, хотя нет, тут сейчас уже другая камера, другой объектив. Может быть, чуть-чуть хуже снимать, но думаю, все равно видно. Смотрите, тут и кактусы сплелись, и цветочки всякие разные, красота. Домики такие, со стилем, со вкусом. А гараж как-то странно чуть-чуть торчит и перекрывает людям проход. Вот, остановлюсь чуть-чуть, покажу вам. И мушмулу покажу тоже, смотрите, уже какая. Уличка узенькая, видите, машинам разъехаться крайне сложно. Но что делать? Есть, конечно, над чем поработать, что сделать, как и везде. Я в том числе и колораж имею в виду до Павлова. У нас на всех улицах есть всегда что делать. Когда-нибудь будет красиво. Ну а мы с вами чуть-чуть послушаем воробьев вот этих вот, я не знаю, кто это. И буду закругляться. Пойдем на другую улицу, параллельную. Пойду сопеть и кряхтеть. В горку идти. Скоро здесь зацветет глициния. И будет очень-очень красиво. Да, кстати, давайте покажу вам улицу Павлова, про которую я вам говорил. Не так давно я по ней гулял. То есть вы уже, кто рассматривает улицу Родниковую для посещения, вот имейте в виду, что вот тут все рядышком. А потом уже по Павлову в сторону моря. Есть энное количество роликов. А вот этот кабриолет я, кажется, показывал еще в прошлом году, прошлое видео. Он тут уже, так сказать, не то чтобы примерз, но даже его, видите, накрыли резинками прям колесо. То есть он явно не ездит и стоит здесь. Кстати, не на очень удачном месте он стоит здесь. Тут как раз вот постоянно заторы какие-нибудь происходят. Так, чтобы лучше было убрать, тогда не сдвинуть хотя бы. Ну что, всем пока, ребят. Привет с Родниковой, а мы сейчас с вами отправимся на Изумрудную. Буду кряхтеть и сопеть.